Всем здравствуйте! Сегодня мы сделаем краткий обзор на спицы Чиагу, как я их называю, маленькие наборы, не стандартные, а именно в маленьких чехлах, они даже, на мой взгляд, немного интереснее. Начнем вот с этого яркого набора, это новинка этого года. Укороченные спицы размера L, то есть это от 5,5 до 8, вот они в таком милом чехле из плотного хлопка, каждый отсек подписан. Сейчас я их вытащу, они тут очень туго. Вот смотрите, какая красота. Это спицы 8 сантиметров для вязания шапок, рукавов, носков из толстой пряжи. Они чрезвычайно острые, просто, наверное, самые острые спицы, какие бывают. Помимо самих спиц, в набор входят лески. Это тоже новинка этого сезона, лески с крутящимся стаканом. Это леска металлическая, без эффекта памяти, в пластиковой оплетке. Она очень эластичная, мягкая и при этом держит свою форму, не теряет ее, не закручивается в кольцо. Так, помимо лесочек, здесь идет линейка для определения размеров спицы, для измерения плотности вашего вязания. И кроме того, здесь есть вот такие милые и очень удобные маркеры колечками, сердечко для закручивания плотного спиц, ключики и стоперы. То есть вполне стандартный набор, помимо сердечка и вот таких черных маркеров. Это что касается спиц L. Затем есть вот такой полный набор. Это вообще просто красота. Вот в таком плотном чехле из хлопка. Вот такая красота. В него входят спицы 8 сантиметров и малыши 5 сантиметров. Ну, только посмотрите на это. Просто заглядение. А спицы 8 сантиметров от 3,5 до 5 и 5 сантиметров тоже от 3,5 до 5. С этими спицами вы можете вязать носки по кругу. Это просто бесценное приобретение, потому что это очень удобно, несмотря на малый размер этих спиц. Входит сюда, помимо самих спиц, лесочки синие, это тоже лески металлические в оплетке, но без крутящегося стакана, на 13, на 15 и на 20 сантиметров. Вот на 13 вполне комфортно вязать носочки, я пробовала. А маркеры желтенькие, стоперы, переходники для лесок для соединения в больший диаметр и ключики, тут все как бы как всегда. И вот такая линеечка тоже для измерения плотности вязания и размеров спиц. Но все размеры нанесены лазерной гравировкой, поэтому они никогда не сотрутся. Поэтому можете использовать их для других спиц, например. И затем мой фаворит. Это набор сверхтонких спиц. Вот в таком классном чехле из плотной сетки. Но это просто произведение искусства, честно говоря. Вот в таком чехольчике тоже из плотного хлопка идут спицы от 1,5 миллиметров. Это просто невозможно себе представить, какая-то красота. От 1,5 до 2,5. Вот 1,5-1,75 это спицы для подвигов. То есть что-то из сверхтонкой пряжи, возможно, подобное кружевам можно вязать на нем. От 2 до 2,5 это классика для вязания носочков. И почему это именно для вязания носочков хорошо подходит? Потому что здесь идут в комплекте лески размера мини. Это самые тонкие, самые мягкие лесочки, которыми супер комфортно вязать методом Magic Loop. Они спокойно скручиваются в кольцо и при этом не создают разрывов в вашем вязании. Оно абсолютно однородно. И здесь только в этом наборе идет вот такая коробочка, в которой лежат аксессуары. Это сердечко силиконовое, вот такое. Розовые маленькие маркеры и красные стоперы, а также ключики. Ну и, как всегда, в наборе присутствует линеечка, как такой аксессуар. Чехол очень удобный, красивый, плотный и держит свою форму. Вот такие наборы у нас есть. У нас также есть и полные наборы, но о них мы поговорим чуть позднее. Спасибо за внимание.